В Ленинском городском округе полицейские привлекли к ответственности более 40 иностранцев за нарушение миграционного законодательства. Сотрудники управления по вопросам миграции МВД по Московской области совместно с коллегами из МВД по Ленинскому городскому округу, а также при поддержке специального полка полиции МВД провели рейд на территории производственно-складских помещений, которые расположены в поселке совхоза имени Ленина. В результате осмотра полицейские обнаружили более 40 нелегальных мигрантов. Регистрация у вас закончилась, срок у вас давно закончился, пребывание на территории Российской Федерации, ни разрешения на работу, ни патентов у вас нет. Значит, вы на территории Российской Федерации находитесь незаконно. Почему вы домой не едете? На каждого нарушителя наложили штраф в размере 5000 рублей с последующей депортацией за пределы страны. 9 из них привлекли к административной ответственности. В ходе дальнейших мероприятий сотрудники полиции задержали организатора незаконной миграции. Им оказался 62-летний житель Тульской области. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Сейчас он под подпиской о невыезде.